Часы, настенный маяк. Вот тут надпись Made in USSR, наверное, экспортные. Сверху надпись маяка, она стрелочка пока закрыта. Тут гнездо кукушки. Маятник, гири. Цепь длинная, вот до самого пола. Тут есть колечки специальные. Можно повешать вот так вот. Гвоздик. И все, и будет аккуратно висеть. Тут окошко смотровое. Механизм там. Сейчас с другой стороны посмотрим. С другой стороны вот механизм. Корпус этот из фанеры сам вот этот сделанный. Передняя панель из карболита. Шишечки тут красивенькие. Сверху, снизу. Сейчас посмотрим, как кукует кукушка. Маятник вот черного цвета. Закрылась дверца. Гиря, соответственно, маленько опустилась, она была выше. По мере опускания их нужно поднимать. Таким вот образом поднимаешь. Можно несколько раз в день, то есть по желанию. Ну, пожалуй, все.